пяти конвейеров. Тут у нас три босса. Можно было бы на них подкачаться. You have gained a level. До уровня у нас опять 1000. Так, сейчас второго добьем. Здесь, наверное, сундуков никаких нету. С тех двух еще убьем и пойдем к конвейеру. Скачили. Я думал, не убьет. Так, и еще одного внизу. Значит, это тоже может убить. Всем отдумать. Я не вижу его. Что ли он? Маленький. Так, ну все, теперь можно бежать по квесту. Прокачиваться нам все равно надо. Иначе опять застрянем. Так, 36 уровень. Хорошо. Так, что здесь у нас есть? Нас уклониться так не надо. Уклонение, уклонение не надо. Так, эти сразу можно скинуть. 400. Так, а у нас двуручный. Кидываем. И ты нам тоже не нужны. Так, от электричества, здоровье питомца. Но в принципе, так как тут у нас электричество идет, можно надеть. Вот будет тот. Так, вот есть еще такой. Ускорение перезарядки для активных навыков питомца. Атаки питомца вызывает отравление на 74% урона от оружия в течение 3-7 секунд. Но это лучше здоровье будет. Так, жетон. Кстати, жетон какой-то можно было бы использовать. У нас тут физический урон. Его спить. А этот, возможно, наполнять вместо этого и отправить его на продажу. Победить нагнетателя. Сначала его надо найти. Обычно
похож был на босса. Таких просто ради опыта даже хорошо бить. Не ради шмоток. Тоже надо будет уворачиваться. You can't catch that here. Your pet is back. Неужто это любимый рекрут Кэг Грей? Слушай, Салага, нашел я твою астральную дверь. А так как я потрясный парень, то даже отмечу ее у тебя на карте. Хе-хе. Что, где я был? Вот тебе, тебя на вопросы разбирается. Хорош время терять. Бегом. Электрический уровень. Он становится невосприимчивым к урону электричеством. Так, защита питомца от огня. Берем. У нас, походу, такое и было, что-то типа невосприимчив. Я посмотрел, что там просто броня. Ну ладно. Так, это по урону мало. Так, здесь урон, в принципе, такой же. 12 урона огнем, шанс у крита. Так, там еще плюс 83 урона льдом. Ну, пускай будет урон огнем. Тоже отлично. Так, это М. Все не надо. Так, вот здесь защита побольше. К защите от электричества 1346. Берем. 40%. Было 22. Это нам пригодится. Так, к защите 446. К защите от электричества. Шанс склониться от удара. Так, ну, крита у нас, конечно, будет поменьше. Крит. Шанс. 14. Так, он будет поменьше, но зато у нас уже 51%. Пойдем на защиту. Так, здесь тоже у нас брони чуть поменьше, но в защите от электричества побольше. 56%. Да, теряем. Тут 1 на 1,7 теряем общего. Мы получаем 5,4. Это электричество. Пусть будет так. Потом что-нибудь найдем покруче. И на продажу. Идти к разграбленному хранилищу. Понятия где? Ну, наверное, где-то. Так, посох у нас просто бьется.